На сцене команда КВН в моем квартале все спокойно. Наверное, мы должны вам объяснить историю нашего названия. Хотя, а почему мы должны вам что-то объяснять? Почему 6 волосатых мужиков назвали женским именем и ездят с концертами по стране? Почему сборная России по идиотизму назвалась сборной России по футболу? Почему Бог назвался именем Стас Михайлов? Почему Дмитрий Колдун взял себе такую странную фамилию? Подожди, но это его настоящая фамилия. Ну хорошо, почему Стас Михайлов дал ему такую странную фамилию? Человек, который считает, что без него нам никак. Ребята, вы что-нибудь подготовили? Да, подготовили. Наташа, объяви. Рождение колорадского жука. Где я? В Беларуси. Да! Давайте так, чтобы вопросов ни у кого в зале не возникало. Данил, сколько тебе лет? 17. Ну, вы как бы понимаете, да, что это не у Данила выросла борода, а Данилу бороды. Дорогие друзья, сейчас мы будем показывать миниатюры. Они будут очень быстры, поэтому некоторые вы можете даже не заметить. В моем квартале все спокойно. Будьте внимательны. Погнали! Еще раз добрый вечер. Итак, представьте, урок родной географии в Армении. Здесь танцуют, здесь не курят. Урок окончен. Симба. Отец Симба. И не такое бывает. Поп освещает принтер следователя. Я извиняюсь, а зачем? Здесь вопросы задаю я. Карточный долг – дело чести. Дорогие россияне, кукареку. В семье, где сын, ну вообще не похож на батю. Эй, тип! Ну, пап! Я еще не уверен. Петр Первый режет бороды хипстера. Нет, ну окей, же нормально. Парень, который вообще не умеет отмазываться. Сына, ты что, бухой? Приехали. А совсем скоро новые технологии наконец-то будут помогать нам и в обычной жизни. Ну что, пацаны, кто за пивом пойдет? Окей, Google! В последнее время появилось очень много социальных программ. И мы представим вашему вниманию программу «Тренер по обмену». Итак, представьте, где-то в 10-м дивизионе. И что, так после каждого матча? Ну, такие в 10-м дивизионе правила. А где остальные? На работе. Ладно, вот мне сказали, что я буду получать 400 тысяч рублей. Это много? Ну, я получаю 5. Тысяч? Без тысяч. Рублей? Без рублей. 5. 5. Я смотрел ваш матч, у вас даже собака на поле выбегала. Ну, собака не просто так выбегала, а на замену. Ладно, давайте моделировать ситуацию. Ты на воротах. А эта сцена содержит элементы насилия, поэтому вы будете смотреть, как бородатый стирает. Ну все, мяча нет, тренировка окончена. А что вы хотели? 10-й дивизион. А что бы хотелось сказать в
конце. Стойте, стойте, ребята. Я знаю, чего нам не хватает. Нам не хватает танцев. Все спокойно. Все спокойно. Спасибо.